Вот как вы думаете, братья и сестры, сам Иов с Библии, вот он куда ходил? В баптистскую церковь? Или куда? В пятидесятничную? Или в какую деноминацию сам Иов ходил? Я хочу просто рассказать то, что Иов, он был всегда просто в сердце, у него был всегда Бог, да? Даже когда сатана подошла к Богу и спросила его, если у твоего Иова все забрать, значит он сдастся и он будет мне служить. Это сейчас у Иова все хорошо, все прекрасно, из-за этого он тебе служит, сказал сатана Богу. А Бог ответил, ты можешь у него все забрать, но веру в меня ты не заберешь у него. И вот так у Иова произошло, что у него много что сатана у него забрал, начиная с имущества, детей. И жена также сказала, ты воняешь уже болезнями, ну, надоел ты мне, друзья все ушли. Но он сказал, нет, Бог у меня есть, я верю в него, и он спасет меня. И в конце концов он остался один, и Бог пришел к нему, и его опять же благословил в 7 раз, по-моему, больше, чем у него было. Он все восстановил, у него родились самые красивые дети, как там стоит, 3 красивых дочери, да. Но в конце концов, что я вам хочу сказать? Ну вот вы мне теперь ответьте, в какую церковь ходил Иов? Или не церковь, в какую деноминацию ходил? Баптистам или харизматам? Вот ответьте мне, или православным? Ну хватит уже, да, завязывайте с этим, с этим делением, да. Иов доверял всегда Богу. Даже когда никого у него больше не осталось, он был всегда послушен Богу и всегда благодарил Богу за все, что Бог ему сделал. И это самое крутое, что ты можешь сделать в своей жизни, даже если весь мир пойдет против тебя, а ты скажи всему миру, Бог со мной, Он спасает меня, и Он спас меня. Так же меня, когда сатана где-то забрал то, это, третье, десятое, Бог все равно знал, что я доверяю Ему, и Он мне дал в 100 раз больше. Он меня благословил теми вещами, которыми нельзя купить за деньги. Он мне дал жизнь вечную в раю. Также благословил меня всеми благословениями. Дал мне детей, дал мне здоровье. И самое главное, дал мне путь к Богу. Я благодарю моего Спасителя Иисуса Христа, что мне дал все. Даже в какой-то момент я разочарован был в верующих людях. Что они, как они, я держался за них. Да и слава Богу, что все люди отвернулись от меня. Я благодарю Бога, да, потому что Бог, если Он с тобой, значит, это самое главное, что тебе нужно. Потому что когда твой свет выключится в твоей жизни, с тобой будет только Иисус Христос Спаситель. Больше с тобой никого не будет. Из-за этого, друг мой, я тебе говорю, сестра, будьте с Богом. Даже если весь мир отвернется и не будет с вами, поймите одно, что Бог будет с тобой. Я благословляю твою жизнь и доверяй Богу во всем. Этого хочет от тебя Бог. Благослови тебя, Господь, и сохрани. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.